1 января 2020 года в Московской области изменилась форма обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет. Если раньше предоставлялось питание в натуральной форме, то сейчас будет предоставляться ежемесячная денежная выплата. Право на получение выплат предоставляется женщинам на весь период беременности, начиная с 12-й недели, а также кормящим матерям в течение полугода с даты родов при нахождении ребенка на грудном вскармливании. Кроме этого, выплата будет предоставляться и на детей в возрасте до 3 лет. Если мама кормящая не получала ЕДВ на питание, как беременная женщина до этого, соответственно, она будет получать питание как кормящая мама с месяца рождения ребенка до достижения ребенком возраста 6 месяцев, а дальше будет уже получать питание ребенок, ЕДВ на питание на ребенка от 6 месяцев до года. Это одна сумма, и от года до 3 лет это другая сумма. Выплата может быть назначена только гражданам Российской Федерации, имеющим постоянное место жительства в Московской области. Ее размер для беременных женщин составляет 400 рублей, для кормящих матерей 1000, детям до 3 лет 600 рублей. Для получения денежного пособия на питание женщинам необходимо подать заявление на портале госуслуг в течение первых 6 месяцев 2020 года, за исключением случая достижения ребенком возраста 3 лет. Такой меры поддержки от государства пока мало кто воспользовался, но слышали об этом уже многие родители. У нас очень хорошо проинформирован город, ну и вообще службы информируют очень хорошо. Я это видела и в группах в Одинцовской информации, и подписана на супермамочек у нас в Одинцово, и по телевизору тоже слышала. Родитель сам как бы будет выбирать то, что нужно его ребенку. Будет сам себе покупать, ну как бы зная предпочтения своего ребенка. Поэтому я думаю, что замечательно. Выплата на питание будет производиться на указанные в заявлении банковские реквизиты или через отделение федеральной почтовой связи не позднее последнего числа месяца. Со списком необходимых документов и сведений также можно ознакомиться на портале госуслуг. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».